равнина Серебряных Ключей всегда была важным местом земледелия. Когда-то здесь даже добывали руду. Считается, что равнину назвали так из-за ее плодородия и богатых ресурсов. На самом же деле это название впервые появилось на картах, составленных алхимиками. В алхимии серебро считается магической субстанцией, поэтому название «Серебряный ключ» говорит о присутствии древней магии, остатки которой сохранились здесь до сих пор. За этой магией охотится Око Мудрости. Чтобы быть к ней ближе, Око Мудрости переехало со старого континента Калидии в Варанас, город, властвующий над Серебряным Ключом. Ферма Пирсона, Мейджа и Дориана. Эти три фермы обеспечивали продуктами весь Варанас. К сожалению, недавно разразилась эпидемия, и урожаи нынче не те, что несколько лет назад. Несмотря ни на что, старейшина Око Мудрости трудится над решением этой беспокоящей всех проблемы. Но как-то пока безуспешно. Заброшенное аббатство. Возведенное 70 лет тому назад аббатство, вот уже как 40 лет заброшено. Когда-то здесь находилась зловещая организация, название которой хранится в строгой тайне, проводившая запрещенные магические эксперименты в непосредственной близости от Ока Мудрости. 30 лет тому назад произошел несчастный случай, почти полностью уничтоживший организацию. После этого инцидента в аббатстве больше никто не живет. Теперь оно превратилось в жуткое место, где бродят толпы нежити. Неупокоенные души жаждут возмездия. Сумеречный рудник. Когда-то трескался от богатых залежей руды и имел большое значение для развития торговли в Варанасе. Но когда запасы ценного металла потихоньку стали иссякать, занимавшаяся горнодобычей торговая компания переместилась в каньон Зыбучих Песков в поисках новых ценных ресурсов. Компания разрослась, став сегодняшним Орденом Темной Славы. В наши дни на этом месте осталось лишь несколько прибыльных рудных жил, которые охраняются гигантскими пауками, что бродят в глубине под толщей горной породы. К тому же, вокруг рудника рыщут банды охотников за наживой, поэтому обычные люди стараются обходить эти места стороной. Озеро Магической Вуали. Между Сумеречным Рудником и Тагеной раскинулось озеро. В ясные дни лучи солнца танцуют на водной глади, яркие блики завораживают проходящих мимо путников. Над озером поднимается облако водяной пыли, тонкая как вуаль дымка, подобная волшебному сну. Этому удивительному спектаклю природы озеро и обязано своим названием. На острове посреди озера стоит хижина старого отшельника. Ходят слухи, что раньше он был магом и состоял в Око Мудрости. Никто не знает, почему он удалился от мира и выбрал уединенную жизнь на этом острове. Тагена. Если не считать нескольких руин, город полностью сравняли с землей. Ветхие остатки некогда величественных городских стен источают дух уныния и заброшенности. Мудрецы полагают, что внушительный вид городской стены говорит об утраченном могуществе. Чудовищные стражи неустанно охраняют руины. Охранять давно уже нечего, но ведомые инстинктом, они час за часом совершают свой непрерывный обход. Возможно, это как-то связано с сохранившимися поблизости вратами. До сих пор никому не удавалось их открыть, и неизвестно, что вообще представляют из себя эти врата. Зал выживших. Эти руины векового здания, оставшиеся от древней цивилизации. Мудрецы полагают, что к этому месту отовсюду ведут многочисленные тайные тропы. Видимо, когда-то здесь было место для общих собраний. Сейчас же там располагается нам известный данж – зал выживших для 55-57 уровней. Варанас, или Белый Собор. Первый крупный город, который встретится новичку в нашей игре. Город разделен на различные секции, с которыми вы можете знакомиться у проводника Варанаса. В городе есть практически все, от ремесленников и аукционеров, вплоть до наставников классов и проходов в специальные локации, такие как Магическая комната и Кошмар Варанаса. Также, периодически, в этом городе проходят различные ивенты, которыми вы можете ознакомиться на официальном сайте Рун. Также в городе есть обсерватория Ока Мудрости. Ученые исследуют не только Мертобарей, но и то, что расположено вне среды обитания людей. Когда я столкнулся с обитателями Кашайлана, то в мою голову сразу пришла мысль, что здешние обитатели не с этой планеты. Это объясняет существование обсерватории в Варанасе. А если же нет, то нам еще предстоит узнать ее предназначение.